все понятно и известно. Я где-то повторюсь, но это будет интересно. Я с ним учился в школе, в каком, не помню, классе. Учитель рисования просил плакат раскрасить. И Вова выбрал лозунг «Страхуйся, Васка». Хватило на 3 буквы красной краски. Еще одна история с другой теперь тематикой. Все это происходит на уроке математики. Весь класс затих, решается задача теоремы. У нашего у Вовочки любовная дилемма. И в школе две девчонки, с которыми он как-то. В общем, кое-что случилось, да еще не просто так-то. С вопросом Марья Ивановна: «Вова, как там теорема?» Отвечает Вова грустно: «Мне бы ваши бы проблемы». На уроке физкультуры, там, где происходит развитие фигуры, где есть турник и брусья, за спорт, в общем, за физрук урок проводит, прыжки через козла. Все было бы прилично и было все спокойно. Всегда на физкультуре его повел себя достойно. Никто себя не чувствовал в скандале виноватым. Зря Вову попросил физрук козла обложить матами. Идет урок истории, нет в классе только Вовы. Стук в двери, входит Вова, вид, впрочем, нездоровый. Хромает кровь из носа и правый глаз подбитый. Напали Марья Ивановна, реальные бандиты. Наехали конкретно, стрела была забита. Нужны им чисто бабки, через офшор отмытые. Я им сказал чуть позже, без всякого кидания. Они в залог забрали домашнее задание. Это Вова, всем знакомый, всем известный, интересный. Это Вова, держит слово, он конкретный и заметный. Я Вове благодарен, все по физике законы объяснял он мне понятно. Про Паскаля и Ньютона. Сила тяжести, к примеру. М на Ж, где М мужчина. Ж, где женщина и секса. Сила тяжести, причина. Yes, yes, yes.